Понятно, что для вас было определяющим в переходе в Орск? Ну, как там, в принципе, определяющим. Во-первых, Мариуполь не поступили хорошо со мной. Там все-таки 7 лет отдал клубу, по-человечески отнеслись. Ну, там были, да, еще предложения, но когда Николай Петрович мне набрал и сказал, то есть те же предложения все отпали, с ним работал в Мариуполе. Команда здесь хорошая, город хороший, болельщики хорошие. Это и стало определяющим. Я хотел вас спросить, неудобно, что, почему из Мариуполя после 7 лет? Так, я не хочу на эту тему развивать, это уже перевернутая страница. Бог им судья, но так не делает. Вот и все, что я могу сказать. Советовались ли вы его с ребятами, которые из Мариуполя в Полтаве сейчас играют? Есть ли? Нет, мы так сильно не общались, как бы, да, я знаю их, но я все-таки, ну, все равно знаю там Заворск, что здесь хорошо, все здесь на высоком уровне. Поэтому спрашивать не было смысла. До вас на правом фланге полузащиты Кулаков играл. Нет ли такого ощущения? Не размышляете ли вы о том, сможете заменить, не сможете? Не, он хороший футболист, как Кулаков есть Кулаков, Кривошенко есть Кривошенко. Поэтому время покажет, как. То есть он много приносил пользы команде. Да? Как я постараюсь с своей стороны все сделать, чтобы тоже приносить пользу команде. Вы подписали контракт на год и плюс один. Собираетесь ли вы, ну, перебираться сюда? Надолго? Хотелось бы, конечно, да. Тут все на высшем уровне. Поэтому как я себя проявлю, наверное, так и будет. Останусь я или нет здесь.